Дарья, со всеми чемоданами, уже с ресторанкой, еще с ужином. Где-то дядька с чемоданами заполнил, понимаешь, непонятно, что это. Хоть бы одна. Да, и чемодан такой, как бы, да. Я говорю, необычный, да. Ради интереса, я взяли, я думаю, что ты там несешь. Ну, все, они такие два, причем, расслаблены. Ничего не хочу, как подбить. Ну, наверх, иди туда, переход. Положительные личности, призывайте, да, да. Добрые и хорошие. Да, да. Россия, мать наша. Кирилл, помаши дяде Саше ручкой. Ну, я в Екатеринбурге. Да, да, у вас условия тут такие. Уже отъехал на маршрутке, на половине пути до вокзала, вспомнил, на зарядку поставил.